Праздничные линейки сейчас проходят во всех регионах страны. Наш корреспондент в Акмолинской области Сауля Кусаинова находится на празднике знаний в Щучинске. Она на прямой связи с нашей студией. Доброе утро, Сауля. Вы уже успели подсчитать количество первоклашек в этой гимназии? Спасибо, Астана. Сегодня порог школы-гимназии в Щучинске переступили 114 мальчишек и девчонок. Этот день знаний особенный. От имени президента страны Нурсултана Назарбаева всем первоклашкам вручили подарок – книгу «Моя родина, Казахстан». С ней детвора отправится в путешествие в мир знаний. Такой подарок запомнится на всю жизнь. Судя по мнениям малышей и родителей, подарок понравился. Сегодня я очень торопилась в школу, получила первый подарок от президента. Я его никогда не забуду, буду очень хорошо хранить, и это будет самый лучший подарок. Эта школа является одной из лучших в области. Она входит в число пилотных по трансляции опыта Назарбаев интеллектуальных школ. Дети с первого класса изучают английский язык. На каждого ученика приходится по 4 компьютера. О том, какими успехами сегодня гордится учебное заведение, расскажет директор Тюкачева Любовь Васильевна. Школа работает в инновационном режиме. Мы гордимся достижениями наших школьников. Они являются победителями районных, областных и республиканских соревнований. Также из года в год наши дети поступают на грант и бюджет. Мы гордимся успехами наших детей. Отметим, сегодня в области за парты сели 109 тысяч школьников. 13 тысяч из них первоклассники. Каждый из них получил большой подарок – книгу первого президента Астана. Благодарю, Сауле. Надеемся и желаем, чтобы первоклашек ждало светлое будущее.